Многие жители города помнят времена, когда вместо тоннеля был переезд, и насколько возведенное в 1995 году метростроевцами сооружение улучшило движение транспорта между Видным и Расторгуево. Все 25 с лишним лет масштабной реконструкции не проводилось. Правда, в 2013-м тоннель ремонтировали, после чего он служил автомобилистам и пешеходам еще почти десятилетие. И вот настало время большой реконструкции. Весь минувший год разрабатывался проект модернизации тоннеля. Провели подготовительные мероприятия. В феврале 2022-го приступили к фактической работе. Это на самом деле, я думаю, один из показательных проектов, и не побоюсь даже, если и по Московской области, полностью финансированный за счет средств муниципалитета нашего Ленинского городского округа. Облицованный гранитом тоннель имеет теперь достойный вид. К слову, гранит наш отечественный, из карельских карьеров. Выбирала администрация. Хорош он тем, что он имеет высокую плотность. Молотком не разобьет. Плитка крепится к основанию с помощью специальных перонов, изготовленных из латуни. Всеволод Батищев говорит, работы проводятся качественно и имеют гарантию 5 лет. Осталось защитное покрытие, покраска и частичная штукатурка. Плюс наведение порядка и озеленение. Старые лампы заменят на новые светодиодные. Они по размеру меньше, но светить обещают лучше. На фасадах тоннеля будет размещена подсветка. Это не только украсит сооружение, но и в вечернее время сделает его более заметным. Подсветка здесь закреплена, она контурная, она сделана по аркам в центральной части, а также в верхних частях, подчеркивающие линии основные, выполненные в этом концепте. И кроме этого, точечные подсветки для того, чтобы осветить машикюли, которые здесь можно видеть, вот эти вот башенки. Место знаковое для нашего города, говорит местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов, который ежедневно по нескольку раз проезжает через тоннель. Такое место центральное, оно достойно, чтобы у него был красивый, презентабельный вид, вот и вложенные большие средства. Люди, в свою очередь, радуются, вот в чате нашем. Есть, конечно, вопросы, как бы вот проезжающие, заезжающие сюда фуры не повредили, вот это беспокоит жителей тоже. Уже повредили. Скол гранита, конечно, реставрируют, но все же нужно искать более действенные меры, чтобы не допускать попыток проезда большегрузов через тоннель. Сохранить в таком виде обновленный фасад необходимо. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.